Значит, терморегуляторы Тетратек. Данный терморегулятор 75 ватт мощностью представляет из себя стеклянную колбу, и в верхней части мы видим, есть регулировка температуры, то есть диапазон температур, который можно выставить от 19 градусов проворачивания регулятора до 31. Состоят из спирали, расположенной внутри нагревательного элемента. Вот. Здесь, значит, внутри блок управления, ну и вот выносной регулятор температуры. Размещается в аквариуме, как правило, рядом с помпой должно это находиться. Если нет возможности, значит, надо разместить где-то в аквариуме, но так, чтобы течение от помпы проходило через терморегулятор. То есть, чтобы он не стоял в мертвой зоне и не нагревал какую-то часть воды отдельную, а чтобы вода вокруг него перемешивалась. Крепится к стенке аквариума присосками, которые мы видим на кронштейне. Ну, то есть, в обслуживании как в таковом не нуждается. Значит, светится лампочка, что он включен. То есть, когда лампочка горит, терморегулятор работает, в этот момент вынимать из воды его нельзя. То есть перед выниманием из воды надо выключить, дать ему 2-3 минуты, чтобы он остыл. Вот, и только потом доставать из воды. Погружается в воду полностью. Это погружное оборудование. То есть здесь все тщательно заизолировано. То есть никакого контакта электрической части терморегулятора с водой не происходит. Как правило, если выходят из строя, то током никого не бьет. Потому что, еще раз повторюсь, все заизолировано. Ну, конечно, если вы разобьете стеклянную часть терморегулятора, то, соответственно, тогда током может ударить. Ну, а так, подобных нареканий, в принципе, не встречали. Рассчитан на аквариумы объемом от 60 до 100 литров.